Посылка пришла. Блин, пришло две. Первую вот сначала открываю. Я вообще не знаю, что это такое. Совершенно. Какое-то мелкое. Не знаю, что я такое мог заказывать. А, это кабель АТГ. Два кабеля ТГ. А заказывал, насколько я помню, кажется, три. Не знаю, если три, будем разбираться. Привет, ребят. Все-таки я заказывал два ТГ кабеля. Вот. И для чего они вообще нужны, ТГ кабеля? Они нужны для подключения к смартфону различных устройств. Таких как USB-флешки, USB-флеш-накопитель. Также вы можете подключить к смартфону любое внешнее устройство, такое как клавиатура, обыкновенная от компьютера, клавиатура, мышка, да все что угодно можно подключить. То есть получается, что смартфон сам становится главным. Когда мы подключаем зарядку, то заряжается смартфон. Смартфон пассивный при этом. Когда мы включаем в него ТГ кабель, смартфон начинает быть активным. Вот, допустим, подключим к смартфону вот такую вот мышь. Обыкновенную мышь от компьютера, проводную. И посмотрим, что мы видим. Вот, вы видите, я вожу мышью, не знаю, видно или нет, вот вожу мышью, и получается указатель мыши. Вот, допустим, открываем приложение Gizmeteo, открываем его в браузере, пожалуйста. То есть, вот она, указатель мыши. Мы увидим на экране. И для этого нужен ОТГ кабель. Если мы выключаем указатель мыши, соответственно, его не существует. Вот для этого. И они бывают двух видов. Вот такой с открытой головкой. И закрытый. Но они ничем не отличаются, стоят они что-то не очень дорого. Но вещь очень полезная. Но есть одно но. Есть смартфоны, которые не поддерживают ОТГ. Но таких смартфонов ОТГ кабель – это вещь бессмысленная. Так что проверяйте. Ну, в принципе, можете заказать. Он стоит очень дешево, около доллара. И если... В принципе, вы ничего не потеряете, если ваш смартфон поддерживает эту функцию. Можно подключить клавиатуру как беспроводную, так и проводную. Но если беспроводную, можно подключить и как мышь, так и клавиатуру от одного, ну, от одного вот этой вот штучки такой, которая вставляется сюда. От одного Bluetooth, или как он называется, адаптера. Так что заказывайте, вещь полезная. Все, подписывайтесь. Пока-пока.